24 марта 24 год, трасса Р-59, Сергеевка, Корнеевка. От Корнеевки до Волошинки вообще невозможно ехать. Вот колеи какие. Машина виснет, буксуем. Почему не убирает? Потом от Зари до Сергеевки тоже в одну сторону. И здесь также местами. От Корнеевки до Волошинки в одну сторону. Вот тут 20 сантиметров на брюхо еще. На внедорожнике только ездит. Вот он, посмотрите. Кошмар какой-то. Когда это уберут? Скоро. Пока сам растает.